Итак, снова всем добрый день. Сегодня мы вмораживаем Бонара. Ну, вкратце, для тех, кто не знает, как вмораживать Бонара, рассказываю. Разложили Бонара так, как они у вас будут вмораживаться. Валиком. Где тут валик? Уже убрали. От середины валиком поливаем и разгоняем, приглаживаем валиком. От середины пошли туда, пошли сюда. Если баннер небольшой, этот очень большой, он разделен на 4 части. То есть полоса, полоса и вот так вот 4 полосы. Если небольшой, то от середины и по кругу выгоняем. Выгоняем по максимуму все складки, потому что каждая складка это лишний слой воды придется наращивать, чтобы перекрыть баннер. Там, где торчит слегка там кончики, можно что-то положить, придавить. Прошли один раз в одну сторону, там в другую сторону валиком. Подмерзла, она мерзнет моментально. Второй раз прошли валиком с водой. Потом можно уже чуть побольше водички. Там леечкой пройтись, когда она схватится, все. Вот сейчас здесь прошлись два раза валиком. Вот все это два раза валиком прошлись. Сейчас уже можно леечкой, либо распылителем там немножко. Почему немножко? А, и холодной водой нужно. Много лить воды нельзя, так как она размоет тонкий слой льда, который сейчас вот связующий. Ну и баннер вздуется, поэтому это никому не нужно. Как баннер начал перекрываться, тогда уже можно побольше воды, также с распылителя. И когда баннер уже полностью перекроется, уже можно заливать шлангом и наращивать лед, чтобы над баннером было хотя бы сантиметр. Тогда его уже не повредят. Сантиметр, два. Ну вот мы сейчас будем 2 сантиметра нарастим. И будет турнир проходить. Все это на 3 дня. Турнир 3 дня пройдет. Потом это все вырежется. Баннера выдернутся. Подрежется лед, зальется заново. Шлангом выровняется. И все будет хорошо. Так что как-то так. Разметка здесь фиговая на этом поле. Но особо здесь на это никто не обращает внимания, на эту разметку. Лед здесь заточен в основном не под хоккей, а под фигурку. Поэтому здесь лед толще, чем для хоккеистов. Ну все, всем пока.